Филя, что сидишь? Что грустный? Друг дорогой, что ты сидишь? Котик, а? Что сидишь? Что ты грустный? Наелся, да? Филя, Филя. Зубастенький котик наш. О, кусает. Опять кусаешь? Опять кусаешь? Ты так цапнуть можешь неплохо, я понял, да? Короче, я так понял, в каких-то местах, когда гладишь, ему не нравится. Он кусает, но не особо. Так нравится, Филя? Короче, это кот британской породы. Гладьте их с осторожностью, потому что может и цапнуть, когда ему не понравится. Да, Филя? Вот так нравится. А вот так тоже нравится. Ой, какая прелесть. Тоже нравится. Но не очень, да? Вот видите, какие они британцы. Зайчик, зайчик, зайчик. Филя, зайчик. Зайчик-лев. О, видите, что делает? Да ладно, мы сейчас загладим свою вину. Филя, Филя, зайчик, не злись. Великобритания – великая страна. Ух ты, собака. Вот, короче, кот очень странный на самом деле. И хвостом вот долбит что-то. Филя, зайчик. Ну, в принципе, он адекватный, он глупостей никаких не делает. Просто гладить их нужно с осторожностью. Ладно, хорош. Британский кот Филя, 5 лет, кастрированный, своенравный котяра. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Дмитрий Зарла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте.